Китайский миксует, данный мешок весит у нас 30 килограмм, сток, вещи у нас в основном с этикетками идут. Первым у нас идет пиджак, размер здесь указан XL. Так, это у нас оказывается костюм 36 размера, штаны к нему прилагаются, соответственно, также с этикеткой. Следующая вещь, это у нас хлопковая футболка, размер XL. Так, вот опять же накидка, размер XL. Штаны. Здесь размер L указан. Так, юбка размер 2XL. Майка размер здесь указан S-ка. Так, тоже, по-моему, майка размер XS. Так, джинсы 38 размер. Вот такие вот интересные расцветки. Так, что это у нас такое? По-моему, тоже майка или юбка. Размер указан XL. Так, опять же юбка. Здесь у нас размер S-ка. Джинсы. 32 размер указан здесь. Так, юбка опять же. Здесь у нас размер 2XL. Опять же, штаны. Штаны 32 размера у нас. Также. Так, юбка размер М-ка. Так, джинсы. Здесь у нас размер 34-36 указан. Так, вот такая вот танковка. Ну, или футболка с длинными рукавами. Размер L-ка. Так, еще одна майка размер XL. Штаны 40 размер. Так, майка. Размер XS с пайетками. Довольно интересно сделано. Так. Следующий у нас также майка размер 2XL. Еще одна майка из хлопка размер XS указан. Юбка здесь у нас размер также XS. Джинсы размер 32-34 указан. Так, еще одна юбка. Здесь у нас размер S-ка. Размер L-ка. Так, опять же юбка. Размер не указан, к сожалению. Так. Это, по-моему, у нас что-то по комбинезону. Поясок вместе с ним идет в комплекте. Размер, к сожалению, вот почему-то я не вижу. Ну, ладно. Размер S-ка. Это у нас юбка, опять же. Размер 2XL. Майка. Размер опять же 2XL, это у нас уже юбка. Так, майка размер XS. Так, штаны размер, здесь указан XL. Еще одни штаны размер L-ка. Так, танковка размер M-ка. Размер 2XL. Также танковка с кармашками. Футболка хлопковая, размер 2XL. Юбка размер XL. Так, джинсы 32 размера. Так, футболка размер XL. Юбка размер также, опять же, XL. Похоже, мы уже видели. 32 размера джинсы. Футболка размер М-ка. Танковка размер 2XL. Так, следующий у нас майка размер L-ка. Танковка размер 2XL. Так, джинсы 32 размер указан. Маечка размер XS. Пиджак размер XS.
Видите, сбиваться уже начинаю. Размер L-ка. Это опять же у нас юбка. Джинсы размер. Здесь указан 27. Так. Больше на тунику похоже. Здесь у нас размер 2XL. Танковка, туника. Так. Юбка размер 2XL. Опять же майка здесь у нас размер XS. Так, штаны 44 размера. Так, майка размер МК. Еще одна майка размер 2XL. Футболка размер XL хлопковая. Еще одна футболка размер МК. Майка размер МК. Так, спортивные штаны размер СК. Футболка опять же размер МК. Так, здесь у нас размер ЛК. Следующим у нас размер СК идет. Размер 2XL. Это у нас майка. Так. Такая вот танковка, наверное, танковка. Достаточно широкий ворот здесь указан. Размер указан L-ка. Так, платье размер M-ка. Так, блузка размер M-ка здесь указан. Так, джинсы 32-й, 31-й размер указан. Футболка хлопковая размер L-ка. Майка размер 2XL. Так, еще одна майка размер, также 2XL. Так, джинсы 38 размер. Майка. Здесь у нас размер SK. Еще одна майка здесь у нас размер XS. Так, штаны спортивный размер L-ка. Так, также штаны размер. Также указаны L-ка. Так, джинсы. 36 размер здесь указан. Майка размер L-ка. Так, накидка здесь у нас размер S-ка указан. Платье размер S-ка. Джинсы размер здесь у нас 46-й. Еще одни джинсы 34-го размера. Так. Опять же, накидка размер 2XL. Штаны размер 2XL. Так. Вот такой вот, не знаю, пиджак это, наверное. Да, пиджак. Размер 34-й. Майка размер S-к. Так, еще футболка размер L-к. Еще одна майка здесь у нас размер. Указан 2XL. Так, а юбка размер 2XL. Джинсы размер 40-й. Футболка размер МК. Юбка размер XL. Опять же штаны размер XL. Следующим у нас идет так юбка. Здесь у нас размер указан 2XL. Так, еще одна, по-моему, юбка. Здесь, к сожалению, указания почему-то нет. Размер 2XL, следующая юбка также. Так, танковка. Посмотрим, размер также 2XL. Юбка размер M-ка. Штаны размер 42-й. Такие вот светлые. Так, танковка размер XL. Накидка размер L-ка.
Так, опять же, джинсы размер XS. Футболка хлопковая размер 2XL. Майка размер МК. Платье размер L. А, нет, это у нас комбинезон оказался. Комбинезон. Джинсы размер 2XL. Майка, опять же, размер XL. Юбка размер L. Также майка размер L. Размер M. Следующая майка также. Размер M. Тоже. Так, это у нас юбка, извиняюсь. Майка размер L. Так, опять же, майка. Здесь у нас размер 2XL. Джинсы. Размер, к сожалению, почему-то не указан. Штаны. Так. Размер S. Еще одни джинсы. 32 размер. Так. Туника, я так понимаю. Размер здесь указан МК. Так. Танковка размер ЛК. Юбка размер XL. Так, танковка еще одна размер 2XL. Штаны 36 размер. Так, 31 размер. Также штаны. Размер МК, это у нас опять же штаны идут. Майка размер 2XL. Футболка хлопковая размер S. Майка размер также S. Штаны 36 размер. Так, штаны размер XL. Так, еще что у нас тут дальше? Штаны размер S. Пиджак размер L указан. Майка размер XS. И джинсы 42 размера. На этом все.